Американка схудла на 70 кілограмів завдяки танцям на пілоні. 34-річна Крістін Хілл з Флориди раніше важила 170 кілограмів, однак після ганебного інциденту серйозно зайнялася собою. В одному з парків розваг жінка застрягла на водній гірці з-за своєї надмірної ваги і знадобилося 5 співробітників і кілька годин, щоб дістати її. Такий курйоз стався з Крістін не вперше і був дуже принизливим, тому вона серйозно задумалася над своїм життям і вирішила схуднути. Спочатку їй зробили операцію зі зменшення шлунку, а згодом американка зайнялася танцями на пілоні. Завдяки цьому хобі вона схудла на 70 кілограмів. Зараз вага Хілл становить 99 кілограмів. А оскільки не за горами новорічна ніч, ми запросили у студію дієтолога та фітнес-тренера Валерія Бабича, у якого розпитаємо про те, як зустріти Новий рік у гарній фізичній формі. Доброго ранку, пане Валерію. Доброго ранку. Тож, від яких продуктів зараз терміново треба відмовитись, щоб у новорічну ніч виглядати неперевершено? Ну, самый идеальный вариант – это отказаться от обработанных продуктов. От белого хлеба, от сахара, от конфет, от всего вообще, ну, что наша индустрия гастрономическая обрабатывает. Потому что белый хлеб, организм даже не трудится для того, чтобы его усваивать. Мы его кушаем, он моментально попадает в кровь, сахар поднимается, и, ну, мы поправляемся. Какие продукты еще не засвоюются? Перерахуйте их, будь ласка. Которая усваивается? Не засвоюється. Від яких варто відмовитись? Ну, вот идеальный вариант – это убрать хлеб, типа все пирожные, эклеры, торты, все, что поднимает быстро сахар в крови. А лучше остановиться на натуральных продуктах, которые, да, вот все там боятся нам картофель кушать. На самом деле печеный картофель – это очень полезная еда. Угу. Рис, гречка, мясо, рыба, овощи. Все зависит от цели и от человека, какая у него тип конституции. Это все индивидуально. Но самое главное – не ограничивать себя вообще. Нужно просто рационально подобрать свой, ну, рацион. Баланс сделать. А что до напоев? Например, я не знаю, все концентрированные соки, овощевые, чи фруктовые, чи это... варто их жевать? Вообще нет. Взагалі, я так понимаю. Вообще нет. Они подпадают, я так понимаю, под такую форму, как даже фреш это не есть хорошо. Почему? Потому что это, ну, есть природа, да, допустим, апельсин, там он находится в цедре. Угу. Если он в цедре, это клетчатка. Мы скушали апельсин, и это... фруктоза, она постепенно поступает в кровь. Угу. Переваривается потихоньку-потихоньку. А если мы ее очистили, вот с этого, это чистый сахар, это то же самое, это уже не полезно. Ага. И вся там прелесть, когда говорят, что фреш – это классно и здорово, это не здорово. Смузи – это здорово. Угу. А если вживать лише фрукты и овощи, чи сможем мы схуднуть, и как это вплине на наше здоровье? Действительно, есть два варианта. Мы можем похудеть и можем поменять конституцию тела. Похудеть мы можем, но за счет, если это не будет белковой составляющей, да, мы потеряем мышцы, может быть, идет часть шлака, мы потеряем воду. Мимо, да, это будет похудение, но идеально для здоровья нам это никак не поможет и не отразится, потому что если мы будем ходить в рамках Нового года, то мы подойдем красивыми, но за Новый год мы наберем столько, а потом еще себя довесим, потом надо будет идти к тренеру и разбираться. И выправлять, я думаю, это все. Да, до Нового року у нас залишилось майже тиждень, трошки більше тижня, и все мають готуватися, ну, хочуть готуватися, я думаю, до Нового року, щоб мати прекрасний вигляд. И в интернете, в мережі ми бачимо багато таких дієт для 3-7 днів, щоб схуднути. Так, експрес-дієти вони називаються. Чи можливі такі дієти? Нет, я плохо к этому отношусь, потому что если диета имеет номер или название, она не работает. Ну, это, ну, это абсурд, потому что это изнасилование организма. Угу. Все должно быть планомерно. Организм реально может сжечь при хорошем раскладе 1 килограмм жира в неделю. Все остальное это будет, ну, как бы сброс за счет всего, но не за счет жира. А если мы будем сбрасывать все остальное, ну, какой смысл от, ну, от этого эффекта? Звичайно. Я не вижу. И это очень плохо отразится на здоровье человека. А как вы, ну, до речи, такие диеты в целом влияют на наш организм? Чи погіршується ситуация с организмом? В основном, ну, получается, изначально это дисбаланс микронутриентов в организме. Второе. Организм так, ну, человек не может так долго находиться на таком питании. Но это ограничено. Он будет сидеть и ждать, когда же он начнет кушать. И рано или поздно психологически он сорвется, начнет кушать, так как он не кушал даже до этого, и наберет все. Но, ну, опять же, эта система работает отрицательно. Нужно все делать очень-очень плавно. Я вот настаиваю, всем учу,
не нужно делать. Сегодня мы едим котлеты, хлеб, майонез, а завтра у нас диета, брокколи, вода, все так не бывает. Нужно все равномерно, по чуть-чуть. 15 грамм от приема еды убираем углеводов, это будет хорошо, это отразится отлично на здоровье. Но если мы сразу уберем, это будет очень плохо. Багато жінок, коли хочуть схуднути, перестають їсти після 6 години. Наскільки це ефективно? Взагалі не здорово. Об'ясню, чому. Допустим, человек там позавтракал в 7 утра, да, и крайний прием еды у него получается в 6 вечера. И давайте посчитаем, с 6 вечера и до 7 утра какое количество времени пройдет. В этот период времени человек будет голодать. У нас есть гормон кортизол, который разрушает мышечную ткань. Не будет у нас мышечной ткани, у нас не будет обмена веществ. Опять же, мы не покушали, женщина легла спать. Целую ночь ее кортизол ест ее мышцы. Она просыпается, у нее нет мышц, у нее есть жир, и мы начинаем все сначала. Это нельзя. Кушать нужно, допустим, просто есть определенное время для приема еды. Если мы отходим ко сну, идеальный вариант, рассказываю, это рыба жирных сортов. Многие не могут согласиться. И клетчатка. Это или спаржа, или брокколи, или может быть спаржевая фасоль. Рыба морская, речная? Да, морская, жирная. Скумбрия, семга, лосось. Потому что вот это получается смесь белок, омега-3 жиры и клетчатка, они замедлять будут всасываемость белка, и он, получается, будет нас кормить до самого утра. И это будет гуд. Загалом, я так розумію з того, що ви зауважили, що голодування, адже цим також займаються жінки, це абсолютно не дієта, і це неможливо. А это вот то, опять же, не стоит делать, потому что, как сказать правильно, барышня искусственно заставит свой организм ждать того момента, когда она начнет кушать. Она может похудеть. Опять же, я же подчеркиваю, есть похудание. Она может на весах меньше весить. Но от этого у нее жировая составляющая не будет меньше. Але потім все повернуть, я так розумію. С большим запасом. Щодо харчування ми з вами поговорили, а от щодо фізичних навантажень, що ви порадили, наприклад, жінкам? Зараз дуже багато всього. Фітнес, аеробіка, пілатес, де що завгодно. Чим займатися краще для гарної форми? Это все... Что человеку больше нравится? Есть динамические виды спорта, есть тренажерный зал. Если человек хочет изменить себя внешне, понятно, это нужно идти и заниматься в зале, потому что там можно сформировать... Зализом. Да, можно сформировать попочку, там, плечики, спинку, все. Если человек не хочет это, классно, просто хочет чувствовать, даже если у человека нет времени на тренировки, вот я рассказываю, у меня есть девочки, которая, она живет, она на 25 этаже. У нее нет возможности, у нее маленький ребенок, она не может ходить в зал. Говорит, Валер, я не могу, я там через полгода к тебе приду. Вот я говорю, ну давай тогда ходить по ступенькам. Вот она ходит с ребенком, с маленьким, 4 раза на 25 этаж. Вот я так одного раза ходил, я на 23-м уже в поверсе, и это Это работает. Она раз прошла, на второй раз, два раза, ну там 3 раза в неделю, 2. Как получается? Ну это нагрузка, это формирует и ноги, и попу. Большие энергозатраты, и плюс это работа. Мы должны сжигать энергию. Похудение, ну сброс лишний, это мы должны тратить больше, чем мы получаем. И тогда за счет этого организм будет цеплять лишние наши адипозитные ткани и разбирать их на энергию. А как проконтролировать этот баланс? Сколько ты вытрачаешь, сколько ты споживаешь и так далее? Можно все посчитать. Каким чином? Ну, нужно посчитать количество белков, жиров и углеводов в организме и постепенно их урезать. Ну, есть определенная схема, которую можно рассчитать. И потом резать. Ну и лучше общаться, понятно, или с диетологом, или с тренером, или с человеком, который более-менее в этом разбирается, для того, чтобы подсказать. Потому что очень многие люди у нас, они делают резкие движения. Вот сегодня толстый, хочу завтра быть красивым, наедал живот там 5 лет, а хочу быть красивым через 3 месяца. И за сразу... 3 дни, как мы казали. Да, но обычно всегда. Или как перед летом, или перед Новым годом у нас все худеют. Очень быстро. Повально, така статистика. У нас залишилася буквально хвилинка. Розкажіть, будь ласка, з яким інтервалом ви порадите харчуватися, якими порціями, щоб це було гарно і для фігури, і для здоров'я? Ну, і саме ідеальне все, то кушати кожні 3 години. Барышня там весом 50 кг, я розкажу, завтрак приблизно для дівчини. Це може бути одне цільне яйцо, один білок, це може бути четверть авокадо і 30 грамів овсянки на воді. Чашка кофе. Це сніданок. А що до обіду і вечері? Обід – це, допустим, може бути 80 грам або риса, або гречки. Це може бути 100 грам любого білкового продукту, там куриця, філе. Ну, гриль приготовлено, отварно. Я просто не сторонник вареного всього, я люблю вкусно кушати, тому люблю гриль.
Згодно з вами. Да, і салат обов'язково має присутствувати жир, правильно. Там оливкове масло або кокосове масло. Це для барышні це взагалі дуже-дуже важно. Саме головне, щоб барышня, якщо хоче збросити, не употребляла молочні продукти. Це вот это плохо. Угу. Навіть так. Да. Що ж, дякуємо вам, пане Валерію, за те, що завітав до нашої студії, за те, що розповів такі важливі поради. Я ж нагадаю, у студії «Ранку по-київськи» був дієтолог та фітнес-тренер Валерій Бабич. Говорили про те, як зустріти Новий рік у гарній фізичній формі.